Чтобы быть счастливым, необходимо доверять будущему. Чтобы быть вдвойне счастливым, нужно иметь крепкое здоровье. Приглашаем вас на духовно-познавательную программу «В будущее с надеждой», где вы сможете узнать о простых и в то же время удивительных принципах духовного и физического благосостояния. Программа будет проходить с 28 февраля по 15 марта в Киеве и в других городах. Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте hope.org.ua или позвонив в контакт-центр. Мы верим в будущее с надеждой.